Соберусь мыслями, нахуй. Кто-то мне писал, что типа... А, сейчас, секунду, я вспомню. А, я вспомнил. Не буду говорить вам, кто писал. Значит, ты в курсе что-то, что там за хуесосы из-за Сибири переманивают людей у меня с гильдии? Мне сказали, Я что... вообще не в курсе. Я за Сибирь-то и не был никогда, даже не знаю, кто там есть. Я Мне вообще не в курсе. сказали, короче, что переманивают хэпалов и локов. Короче... Я тебе наоборот хапала привел, а ты мне говоришь, что я переманиваю Не, я не в хапалов. курсе, я не знаю. Он спрашивает, кто? Шектор, Я не я... знаю, я не в курсе. Шектор, я надеюсь, ты меня не это не бросишь, блядь. Да нет, я смысл. Все, ладно, тебе Хуй поверить. нахуй меня Сегодня этот брошу, а урод завтра учит. сидит за Сибири. Так, теперь мистери остается, нахуй. Мистери и некромантика, вы меня не бросите, блядь? Нет, я вот ник скинул, вот, гламурная. Просто есть, типа, похожий ник, там, гламурчик. Вайт, Я вайт, думал, это Кен. ЕП нам начислишь, да? Ну ты понял. ЕП? Сейчас ГП пойдет. Сейчас ГП пойдет, За шантаж, да? Да не надо. Мне вчера Чего? сотника заработал. А, понял. Папка тут заработал, работал, ЕП-ху копил, Я блин. понял, короче. Это, А вы тут... настраиваетесь там, ну, пиздеть, конечно, это все есть. Давайте попиздим после леди, блядь. Настраивайте сейчас на то, ставьте патчи, блядь, пока вот мы расчистим, чтобы у всех был патч зеленых духов. Если нету, блядь, быстренько найдите его, блядь. Быстренько поставьте. Настраивайтесь, нахуй, нормально. Нету патчи, сразу ХП. Чё вы агрите, блядь? Короче, вот кто первые 5 пати, это сейчас пока что идут. Если вдруг совсем что-то хуево будет у кого-то. Души, я хуй знает. Это самое, если будет что-то хуево, то вон там замена есть целых, сука, 11 человек, блядь. Обалдеть. А чё, у нас не получится второй рейд замутить? Какой Ой, да с сегодня винами прям там? праздник, да? С Геру, что ли, ты Ну, имеешь? конечно, а чё такого? Не, Геру вряд, я сомневаюсь. Там дохуя людей, ну вот взять тех тролл Д, да, которые 240-е еще, которые десятку, ну 12, 13, 14 дают, это мало для Гера. Ну, ребра-то Я убитые. скажу, я увижу, когда будет вторая Гера. Я это увижу по обычкам. Если две обычки будут по 370, то да, будет вторая Гера. Ну, то есть она будет возможной. Ее можно будет затащить. Вот, но пока что такого нету. Но столько персонажей нету хороших. На одну Геру Нет, есть. вы первую убейте, блядь, сначала хотя бы, блядь, Слушайте, а после чё босса. за приз гламурная? Ой, я не знаю, и в рот его Причем ебать это. пишет, предлагает место в статике. Во-во-во, я тебе говорю. Почему мне на хапале никто не предлагал место? Зайди на хэпала, зайди на хэпала, напиши ему, что в статик хочешь. Наеби этого пидора, блядь. Ну, чисто по приколу. Ну, сейчас уже Могу почти трэш. порекомендовать кого-нибудь, Порекомендуй. позвонить в гильдию. Слышишь, Вивс, порекомендуй ему это, Void Light, нахуй, напиши ник, нахуй, Или Void скажи. Fury напиши. Void Fury, да? Хэпал, скажи, пиздец, бог, нахуй, просто, блядь, ебать, прям, ну, чтобы он там, блядь, чтобы у него челюсть, сука, отвалилась. Короче, ну, игнорьте этих уёбков, нахуй. Не, ну, если хотите, идите, я не знаю, нахуй, мне как бы поебать. Я наберу людей 240-ых, нахуй, я лучше год буду сидеть с ними дрочиться, ебаться, блядь, Т4 им выбивать в ГМОП, нахуй, чем с какими-то даунами сидеть, играть, нахуй, которые там, или двуличные, или еще какие-то. Короче, закрыли эту тему. Вот рыба, Скажи, блядь. Леха, скажи, нехуй там ловить, да? А, можешь Конечно. анонсить заново? Кому брендроль нужен, ребят? Еще раз, Мне нужно? написано. Ага. Купить хочешь? Без рофлов. Курику, я так понял. Даже... Войт, а, Войт, откуда инфа по поводу переманивания персонажей игроков там? Они пишут просто. Ну, видишь, просто написали, предложили место в статике. Статик идите, статик идите, но чтобы это не во время РТ было. Если это десятка. Ну типа, я не против. Я А потому может что... это смешное сказали, я не понял. Да блять, это, завязывайте с этой переманиванием, с этой всей хуйней. Это, короче, вы надеюсь в Дисе все, седьмая, восьмая, я вас пока кикну. Будьте, если что, на замене, ну в Дисе там или где-то на подстрах. Это мой танк. Сейчас я поставлю. Ну, на так, ну связи. ладно, раз хурюку надо, я тогда это отлетаю. Он написал, чтоб не путались сразу. Так, пока идем, а то там люди, может, квесты делают какие. Это. Если кто лишний тут, сейчас давайте досумоним. Вот Вивс вроде в инсте, а друиды досумоним, Нурю еще сумоните. Я очень уставший, бля, я не знаю, сколько, может, час нормально посижу, потом будет язык заплетаться, не выспавшийся.
А потом пойдут уёбки. Так, мне же надо это банки расставить. Ебаните кто-то ГБ, я не знаю, мне сейчас... Как дела? Хуёво дела. Вон стоит банк. Все, ага, сейчас. Так. Пиздец. Так, скажите мне, кто там танки, пока я банки, блять, раздупляю. Обычно. И кто-то посчитайте, сколько этих РДДшников, короче, с хилами. Ну, кому СПД сколько банок надо? Я по две раскидываю пока. Полидринг, Лингранд и на связи три танка. Танки. Полидринг, так, Лингрен. На связи, вот вам банки. Третья ячейка, у кого звания нет, сейчас повысим. Так, теперь банки по две СПДшники берите. Бать, как пирожки, нахуй. Скажите, сколько там будет не хватать, я хуй знает. По-моему, я 12 сейчас сделал. Так, миликов сколько, посчитайте. Сейчас я открою, посмотрю. 19. Так. Значит, один. Так, рарник, хурюк, 2. Так, 5. Ёбаный в рот. Так, 8. 5. 7, 8 с хантом, да? Так, 8. Ну что там, кто чарки будет покупать? Ой, блядь, я охуел нахуй. Я думал, это добавляют в этот... В ТТГ, но типа... Я типа за печати, думал, нахуй. За баджики, да. Пиздец. Дауны, сука. А что, какие чарки? Я не буду... На любую шмотку можно будет. Я не буду, нахуй. Я просто... Я буду лучше, сука, 10 лет выбивать и не выбью нихуя. Но я не буду покупать чарку, блядь. Это такой бред, нахуй. В смысле, а как? Какую чарку покупать? Любую чарку с ТТГ теперь за донат можно взять. А, чё, блядь. И выбираешь ты сам, блядь, на какую шмотку чарить. А чё это за ДК, нахуй, без воды ник? Нихуя себе. Топа, блядь, это ты? Нет, я ж сказал, я создам султан. Так, ну он подрубил стрим, надеюсь, блядь, лагать не будет. Так, рыбу мы поели. Так. Банки на СПД пьем, на эту хуйню. Так, танки, значит, вот, значит, звезда, мейн танк. На него, значит, частицу шектор. А какая? Добрый вечер. Добрый. Банку какую брать? Откуда брать? А ты кто? Ты кто? ДК на связи. ДК на связи. Третья вкладка на ХП, он настолько... Сейчас, может, у него нету этой... Может, звания я нет. Я первый раз с вами, один раз на замене сидел. Вот, смотрите, звание армеец дали. Открывай ГБ, третья ячейка. Посмотрю. Там вон стоит в уголке банка настой каменной крови. ЛКшная. На ХП. Ну, две на милика осталось банки, значит, у вас свои есть. И одна на... Все, да, у меня есть такая. Ну, все, тогда пускай лежит. Так... Масло намажьте. Блять, дайте столик маги. Возьму штурделей сразу штук 100, нахуй. Так, спасибо. И этот на циркуле давным-давно в Герри был. Здесь не был. Если что. Ну ты знаешь, леди не таунтится, да? А, да. Вот. Особенность очень простая. Ты набираешь агро, там будут два духа лететь. У тебя патч на зеленые духи есть? Короче, на трэше, пока будем трэш бить, поставишь. Значит, особенность в том, что дух хлопает 30 метров вокруг и 30 тысяч урона. Вот. И твоя задача его не словить. Ты будешь танчить одновременно босса, набирать на нем агро. Когда на тебе 5 стаков, соответственно, ты агро не набираешь. Как только спадают, начинаются на тебя напулы, и ты агро набираешь. С тобой будет паладин в паре танчить. Вот, и вы будете с ним меняться. Ладно, это потом попиздим. Ага, хорошо. Значит, проверка на пол. Вот, три метки стоит, хилы. Давайте как-то распределим вас. Попробуем, короче, в 5. Будем надеяться, хпалы захилят. Давай, значит, бидон, щиток на связи. Потом частица шектора на связи. Потом кто с вас слабее.
на холидринка давать частицу ВИС. Вот. Ну и это остальное по остаточному принципу там. Паладина, если будете прошибать там больше половины, там, ну, полтинник отдавайте, там, не брезгуйте прям. И массивы тоже отдавайте. На крутилку не надо массивы отдавать. Там, блядь, люди просто будут слушать выходить. А, ну и это, в курсе, да? Кто у нас там на РНЖ? Мистери и Довакин, да? Вот примерно меточки. Ну, от одной к другой босс бегает. Знаете, да? Босс чаржнулся, допустим, в кружок, поближе к нему подходим, но не к красному кружку, а поближе, чтобы он точно в рейд не чаржнулся, и все, и к звезде ближе один челик какой-то, любой может подойти, и он так 4 рывка делает, и все. Все, проверка. Самое основное, не дохните в луже и бейте шипы. Все, даю отчет. На пыл и на связи. 4, 3, 2, 1. Геру, конечно. Bone Spike cast. Bone Spike cast. Bone Storm cast. Big E, Bone Spike cast. A strike at wound. Че, в звезду нельзя отойти нахуй или что нахуй? Захиливаемся. А кто в звезде стоял? На РНЖ. Дебилы, блять. Падайте, заходите в лужу. Костяная хвости для жертвоприношений. Костя. Что ты вот повезло. Ну-ка я стрим отключу нахуй. Включайте кто-то. Лагает, да? Не знаю, будет меньше лагать или нет, хуй знает. Это, блять, вот мне. Нурик, ты зайдешь? Да, мне просто кулак крашу. Мне интересно, вы тут первый раз, сука, или чё, блядь? Босс чаржнулся в одну из меток. Это означает, рейд подходит поближе к боссу, а одно любое тело должно телепортнуться в другую метку. В дальнюю цель босс чаржится. Он в метке стоит 2 секунды, крутится и делает рывок. Рывка он делает 4. У вас что, сука, не хватает ума встать в метку, когда босс появился в одной, вы стоите в центре? Или что, блядь? Это значит, вы никто не вышли в другую метку, стояли в рейде все, блядь. Не, тут СНТ начинается, приветствую всех, привет, привет. Да, только начинается. Здорово. Бывает уставший и не взлетело. Да не, злите похуй, ну типа. Не, кто стоит вот на метках, кто водит лужи, почему он уходит в рейд, там я не понимаю. Всегда стояли как бы по сторонам, просто босс, когда чаржится в него, отходишь от него, чтобы лужа тебя не зацепила, и все, и стоишь дальше. В чем проблема, я не вижу. Кто-то должен другой, типа, именно подходить или что? Ничего там не надо подходить. Ну, он чаржнулся, в кружок или звезду. На вихре я в этот кружок выйду.
Я тогда в крест с чего везду. Там любой может выйти. Главное это сделать быстро, а не стоять в рейде. Чтобы да нет, Войт, и не о том. Просто есть человек, да, вот допустим, один и второй, те, которые стоят по меткам, типа водят лужи. А вот они пусть на вихре также водят. В чем проблема? Или они боятся, что их шотнет? Наверное. Их не шотнет, просто когда он на него летит, ты сразу уходи с этой местности, где ты стоял, и все, и ничего не шотнет его. Арника ФК. Что за привычка? Постоянно мы резнулись, забафались и уйти ФК. А потому что за это ХП нету. Я сейчас въебу ГП, он за Сибирь идет, блин. Там и мы, блин, нет. А ты что думаешь, там ГПшку не дают? Там, блядь, сразу дадут. Иди кулачок да кашкам. Да везде дают нормальные книги. Третья проверка, если что. Это у нас Войд только еще почему-то такой щедрый нам не дает. Войд добрый да, просто. Даже там доходит до того, не бьешь трэш, там нет ДПС, трэш, блядь, ГП тебе на сразу. А отошел по статье, не сказал, ну на тебе ГП. Есть там... каска. Есть каска на рависте. О чем ты говоришь там, блядь, отпуск люди, блядь, согласовывают. Блядь. Да, да. Ну чё, где это засыха, блядь? Хурюк, чё тебе не хватает? Я уже. Мистери тут? Да, смотри, сейчас. Ты только ХП не давай, я тут. Просто, блин, дед. Ты играть играешь? Конечно, могу. Твою чё? Вы тактику знаете, не исполняйте хуйню. Шип справа. Хант на шипе. Ты в курсе, что ты далеко, блять? Поближе стой, нахуй. У меня ранжан не 50 метров. Еще на 5 метров ближе стань. Во, так лучше. Достать можно до тебя будет. Bone Storm cast. Смотрите, куда рывок сделает босс. Вот теперь кружок следующий сделать он должен. Чтобы он сделал, нужно там да стоять. Да не бегите туда, бля, пиздец, сейчас сгорите. Шоп-шоп. На будущее, там, на связи, вот, после следующей хуйни, подожди его, чтобы он пришел ровно в центр. Центральный кружок. Да, пизда шип. Да, ну вот и стой там, нахуй. Да, стою. Ближе не можешь стать? Или ты думаешь, у нас ранжак не километр, нахуй? Так, в смысле, я и так близко стою. Блять. Там на пол. Можешь не спорить с РЛом? Да, бля, Нурик, не спорит, он просто не понимает. Надо, чтобы он из-под босса побил на такой рендже, блядь. Вот Хант хорошо Хант стоит. Шапе. Вот Хант хорошо стоит. Вот смотри, видишь, мистери, как его легко достать из-под босса. А ты далеко стоишь. Все, кружок. Следующий рывок будет.
шипы бьем. Вот, я рядом стою. Ай, бля, танк. Слева шип. На водящем. Ложить. Тарам-тарам-пам. Чё там хилы у вас, Шектор? Как дела? Да нормально. На шипе были? Не знаю, я хилю. Все окей, вроде нормально было. Чё, по шипам я можно не бить, правильно? Не, надо бить шипы, ну чё? Ну как, блядь, можно не бить, судя по всему. Да вроде шипы быстро снимали, ребят. Я вот на шипе был сразу, бидон вроде сразу сняли. Не знаю. Ну клянь там, смотри. Говорят, на ребре нет парихаста. Да он везде есть. Ну я тоже так думаю. 44 камня влетело. Он есть, потому что у Войда нету на ДК. И нам пролетает. Хардкапа. И за 4 секунды там 5 этих, блядь, кливов прилетело. В прошлый раз. Есть он на ребре. Лучше не говорите то, чего вы не знаете, блядь. Ой, от чего они умерли, вот скажи мне. Я ну, открой там. Смерти, да посмотри. Маля. Вот смерти открываешь на связи, нет. Открываешь лорд Ребрант. Смотришь. Костерез. Костерез. Между костерезом... 68к въебал у него. 1.3. Понятно. Да, парихаст. До костереза, это не парихаст. До костереза еще есть холодное пламя. Он 2000 с разницей в секунду. Это в щит все ушло. Это в щит, да, ушло. 1.3 это автоатака обычная. Просто... Костерезом, да, два раза подряд. Просто, блядь, у нас есть танк, который, блядь, там имеет, блядь, хп, на пусть там 90 тысяч, блядь, а он на сове лишь идет. То есть, ну, не хочет он танчить. А мы должны на ребре, блядь, лайкаться. Чего не в потом хп? Просто он бьет основной таргет, блядь, основного таргета, у которого хп больше. Это получается, он два раза костерезом ударил? Он не может два раза подряд костерезом? Может, это парихаст называется. А ну вот это парихаст называется. Да нет у него парихаста, блядь, он с такой скоростью бьет просто. Нет. Он не бьет в каждую секунду этим костерезом. Бьет, просто он бывает промахивается. А пишут, мастер спа, мне нужно 52, да? Не, забей. У меня 26, как сейчас ты? Я посмотрю. Ну, вообще талант. Мастерства надо 56. Тебе знаешь, что надо, братан? Тебе надо вот этот талант на 3 вкачать. Ну, на 5 бидон кубик. Давай этот самый... Кто там с вас пожирнее? Лингрен, да? Давай я потанчу, у меня и хардкап мастерский есть. Да, ты поддержишь этот самый... А ты ДКшник, короче. Ладно, спекайся, кто там. Акиса или Призм, кто с вас спекнется? 6-го. Так, Призм, сейчас я тебя закину вместо Оджи. И, короче, Призм, держи щиток земли на Лингрене, а бидон держи на связи. Кульдрин, так, на вольных щах. Шектор на Лингрене частицу, а Вивс на связи частицу. Всех бидон квадратиком. А бидон кубик, нахуй, это ж такая хуйня, блядь. Ты из апача духов. Сука, такой кубик, нахуй, охуе. Вот вам рыба, блядь. Плюсаните на кубы. Сами вы кубики. Не, угарный тип вообще, блядь. Просто в кубика превратился, блядь. Дай помощник.
Что вы там делаете, блядь? Патя, он себе мутит. Зачем мне Акиса там? Он что, в хиле, что ли? Мне там бидон нужен, а не Акиса. Он тотем. Какой бидон, орк? Ты чё? Нам орк нужен. Не-не-не, не знаю. Без орка обойдетесь. Он тотем будет ставить. Какой? Дайте два кина. Он будет ставить тотем. Там два тотема всего. На хилов, на хупалов нужны. Все, я тогда в орка спекаюсь сам. У меня орк есть, паладин зайти. Для 2% силы. Все готовы? Давайте готовим, сейчас отчет дам. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Назад, назад, назад вышли. Под лицом мне кажитесь только. На пулы налим, граната. А че он на меня этот обзагрелся? Я один. Напуливают на тебя. Не парься. А ревностный у кого-то? У кого? Ринка. Ну, полтинник прожимай. Ну, полтинник есть, нормально. Bone Storm cast. Что-то лагать меньше стало. Ну. Когда запись выключу? Не, запись-то идет. Я в Дискорде стрим выключу. Не, опять загнал. Ебал, блядь. Звезду подмени. Выходим, выходим. Так. Bone Spike cast. Вадикон, резнешь Хурюка. Вадикона надо резнуть поначалу. Я тебя резну. Вадикон. Вставай. Резай Хурюка. Провист, резай Мистери. Вот же резай Седжу. Bone Spike cast. Хан на шипе. Все, пристыди туда. А, вот же КД. Все же тогда чилит. Bone Storm cast. На вихре, когда шипы появляются, сразу шипы свечитесь. Босса, босса стоящего побьем. Шипы сразу бьем. Служи, выходим. Сейчас он будет возвращаться в центр. Шипы добиваем. Ну, выходите из службы, блядь. А служба исчезнет. Шипы сзади. Треугольник разбиваем. Да ебаные полоски, нахуй. Ебал эти лаги, нахуй. У кого сколько FPS, нахуй? Есть у кого, блядь, больше двух, нахуй? Есть. 29 кадров. 19. 80. 9. Езжайте ко мне, нах, а я к вам. 19 на максимум графика. Так. Бидону дал ману. Бидон, ставь тотем. Пэса давай на ману. Вадикон по геншину давай. Равист по призону. Нету ничего страшного. Bone Storm cast. Там к этот вихрь, думаю, переживем. Подрезали мы на немножко. Захилим хорошенько. Дай Т4. Шипы бьем.
Я думал, я в шипы вообще не набил, нахуй, с такими лагами в шипы по 400 тысяч пью, блядь. У тебя ДПС говно, блядь. Смотрите, лужа близко. Босс, босс идет на танков, отходим за спину. За спину, сука, Эльнурио, блядь. Вич. По костерезам он теперь поменьше машет. Ну, ей все-таки парихаст. Да не, мне это не доказано. Не, ну я знаю, что на ЛК как бы три босса только с парихастом. Но на Сирусе все возможно. На Сирусе ничего невозможно. Да нет тут парихаста, блядь. Шип, звездочка, шип. Ну, как ты объяснишь тогда, что он меньше сейчас машет им? Да, звезды сошлись на небе. Да? В следующий раз еще раз проверим. Призн, ставь тотем, шалфир на ману. Сори, что ПС-ка у тебя на, блядь. Не надо. И там у кого инера есть друиды, у меня он упирается в рекаунт большой, блядь. Ну расхуярьте по хилам там. В принципе, уже хватит до хилов. Нихуя себе. На шипе был первый раз. Успеем за вихрь добить? 2 секунды. 4 ляма. 3 ляма, 1 секунда. Успеем? Не успеем, я понял. Слабые получается. Уходим из-под ебала. Звезда шип. Уже хуй ложим на шипы, короче, на лям добиваем. Не ложите их. Не ложите тогда. Щиток, красава. Щиток, кому надо? Так, смотрим. Осколок. Бидон ГЦ получается, нихуя себе, молодец. Уж хили теперь в 3 раза сильнее. Ой, блядь, сколько там? 400, да, шмот? Шип нужен кому-то? Бичи есть в рейде? 10%. Хуя себе бичи. 10% хуярят, типа, с посохом, блядь. Да я вот, типа, не знаю, вот, если его взять и что-нибудь там еще такое, будет ли получше или не будет ли получше, я... Бен Стиллер хуярит 100, нахуй. Точно забираешь? Давай, давай, я так... Давай. 50 на похуй, 50. 50 там все равно ни у кого не было. На танка тапки. Штаны точнее. Надо кому-то. Неплохие, но что-то, блядь, учитывая, что ты ДГ штаны. Да не забирал. Станьте, не станьте вы его там, блин. Отойдите нахрен от него. Кто с распылом? Геншин, да? Полидрин. Там если Дрингер, не нужны полидрин. Никому, давайте мне тапки. На какой распыл? Блядь? Не тапки это, не тапки это, штаны. Штаны если давайте, бесплатно, блядь. Я заберу. За 10 берешь? Да-да-да, Геншин. Да я не буду за 10, ну не на распыл же, блядь, давай. Заебал. Если бесплатно, я возьму тоже. Да, если бесплатно, я возьму. Тогда, если вот всем, кому надо, то пусть рольнут. Ну, опять же, если человек берет, но он же, наверное... Ладно, рольните штаны обоссанные на танка, нахуй. Один хуй ТТГшную чарку надо брать. Рольните, блядь, похуй. Че, есть ТТГшные штаны с чаркой, что ли? Нет, есть грудак и голова, вот и думай. У вас нонсетом тело ведь идет, да, правильно? ТТГ. А остальное сет. Я голову одел и радуюсь, мне похуй. Все, забирай. Молодцы. Хилы молодцы. Призы садрепируют. Чем он хилил? Я патч поставлю, релогнусь. Цепухой просто. Да вас, блядь, призен захилил. Какой нахуй парихас, блядь. Урон входящий как был, нахуй, так и остался. Вот смотри, полученный урон. Как был лям 700, так и остался. Хлюдринг меньше получал, потому что он уклонялся, блядь, чаще. Парихас. Да. Пиздец, придумали, блядь. И не говори. Это надо у разраба спрашивать. Ну, я типа не верю в эту хуйню. Парихаст это Синдра, Халион и эти. Кто они нахуй? Юрмунгары нахуй.
Забирай малых, я помощника заберу. Что какие-то косеченные эти ХПС смотрите. Ну это уже, видать, за этот трэш засчитало. Вы там зайдете? Я почитаю. А. Да, патч ставьте обязательно. Иначе, блядь. Да не ставьте вы. Начнем. За какой патч? Патч на зеленый дух. Быстренько скиньте ему ссылку. Где-то там в DC должно быть. Поддонах висит. Сейчас во флудилку кину. Быстренько ставьте патч, у кого нету. Будете хлопать духов сначала по сотке. И имейте в виду, у нас 3 трая на леди. А без ГП? На 1000 ИП. С ГП, с соткой. Потом по 200 пойдет. Сейчас мы узнаем, есть перехосты или нет. Я в поддержку написал. Почему бы и нет? Да, в общем, ссылка есть. На Сирусе. Ага, блядь, не верим ему нахуй. Нет, просто надо же какое-то доказательство. Он тебя наебывает, он тебя наебывает. Ой, блядь, очков удилки. Наебывает, наебывает. Это не цирк, блядь. Да просто атака, блядь, ну, быстрее у мобов и все. Если, блядь, танк лёг, они говорят, парихас, блядь. Да вы с меткой выбегаете. Так, центр отходите. Так, вот рыба. Так, значит, я квадрат, и Вадикон треугольник, и Равист у месяца. Так, кто там на трэше будет? Лидринг, да? Или ты на боссе? Не помню. Давай Лингрен трэш подержит. Так, Лингрен трэш, тогда твоя звезда. Знаешь, да? Три моба. Значит, этот самый ДКшник и этот здесь. Значит, Холидринг получается. Кто подержит Лингрен трэш, да? Да. Так, ты, получается, везде три моба. Холидринг твои в кружке. Значит, ближний к леди, кто там, приверженец. И центральный фанатик. Акцент ставь на фанатике, на нем агрона брать. На связи. Братан, ты на связи? А я этот аддон пытаюсь поставить. Так, ну ты ставь. А что его ставить? Это самое, скопируй, да и все. Я скачал, просто закинул. Настраивать ничего не надо? Ничего не надо. Окей, сейчас ты... И закрой лаунчер и просто открывай игру через раны Иксе. Самое главное, если когда ты будешь лаунчер открывать, каждый раз снова копировать этот файл надо туда. Потому что лаунчер его удаляет. Так, пока он там это чилит, распределимся, кто бьет где трэш. Значит, в звезде бьют. Так, подожди-ка, нам надо вернуть обратно хилов наших. Вот же сюда. Так, 5 хилов у нас. Эти венхов. Так, значит, в звезде бьют Бенстиллер, 2 лока, 3 совы и Давакин. Так. Это наш приоритет, зергануть в звездочки приверженца. Потом задотать фанатиков и, ну, тоже заебашьте. Оставшиеся, значит, милики. Кто у нас там? Рарник, Биг Дэм, 2 энха, Хурюк, это 5 человек. Бьют мобов, 4 моба, кружок, ромбик. Значит, на боссе сидят 3 шипе и 2 роги. Но имейте в виду, роги бегать не будут, а этот самый шипешники от вас будет большим плюсом, если хотя бы ракету закидывать будете, ну или какую-то там промежуточную дотку, ну или разок иссушения. Только смотрите иссушение через фанатика и башти, если там вы видели, вот 4, лучше в сторону, где 4 моба, то есть они собрались в кучку, ебанули туда разок иссушения, и вообще будет красиво, прекрасно.
Вот и все, в принципе. На связи что там? Вы релога здесь тоже ставите, да? Я сейчас перекидываю, да. В аддон его просто кинуть же, да? Скажите, куда кинуть? Нет. Дата.ру.ру. Дата.ру.ру. Леха, прото обнови. Нашел Дата.ру.ру. Папка дата и папка ру-ру. Туда скидываешь. Да-да-да, нашел сейчас. В РУРУ ран будет? Нет, выйди. Нет, в корневом каталоге. Вовки. А, все, вижу, вижу. Ну, сначала закрываете, блядь, этот лаунчер, потом скидываете. Если будет открытый, он удалит нахуй. Да хорошо, покажите. Че, зашел в игру? Да, как понять, есть у меня. Когда духи поймешь на второй фазе. Твоя задача, смотри, ромбик, видишь? Вижу. Значит, твой моб, вот этот вот, вот здесь вот приверженец выходит. Твои движения, как ты вот стоишь такой в ромбике. Вот здесь вот сюда будет сводить два моба других. Ты стоишь, ЛПшку вот дал вот так и поворачиваешь свое лицо вот сюда. На треугольник вот сюда, отсюда выходит моб, либо фанатик, либо приверженец. Если фанатик, ты вот этого моба подвел немножко и бежишь вот так вот. Что у тебя с ренжой лпшки, сколько стандартная? 20. Да, ледяной рубеж, да. На будущее ледяной рубеж качай. Ну будешь там таунтить, знаешь, я хуй знает, что-нибудь как-нибудь придумывай. Фанатика не гриппой, короче, но ты его должен лпшками забрать, привести сюда. На нем надо набирать агро. Приверженцу можешь забить каст. Если здесь приверженец второй появляется, то есть одного ты отсюда забрал, и второй приверженец здесь, то его гриппай. Когда гриппаешь, вот ты его гриппнул, допустим, отсюда, и он начинает кастовать. Чтобы он за тобой начал идти, сбей ему каст и веди сразу его сюда. Твоя задача как можно ближе поставить 4 моба вместе со вторым танком. Вот и все. Вот вся твоя задача на первую фазу. Вторая фаза. Ой, бля, Лингрен, ты, может, нет, все-таки тебе трэш лучше подержать. Смотри, вторая фаза, очень ответственный момент. Леди, всегда запомни цель, нажимай. И когда у нее будет 0 этой самой хп, ой, маны, ты, она не таунтится, значит, ты набираешь на ней агро. Подбегаешь, начинаешь спамить руники, лпшки. Вот. Значит, это, на тебя идет первый на пул. Не проеби момент. Смотрите, роги тоже осторожно. Если будете бить, то убедитесь, что вы бьете под напулом, иначе леди вас уебанет. Ну и вторая фаза, соответственно, очень простая. Выходит трэш слева-справа по очереди по 3 моба. Трэш этот будут бить. Так. Ну, рарник будет постоянно бегать. Давакин постоянно на трэше сидишь. Я вот не знаю, кого еще. Ну, РДДшники дотаем так. Совы, короче, играем, локи дотаем. Ну, остальное на остаточном, в принципе. Просто всем рейдом лучше сыграть в трэш. Имейте в виду. Со старта помочь. На кого лучше напуливать? Со старта первый будет на связи ДК набирать игру. Все три. На связи. Не надо, пожалуйста, так делать. Интересный ник, конечно, но спасибо. СС давать, не давать. Давай СС, значит. Давай на Оджи. А некромантика, давай на Войда. Ну все, если что, следующие разы буду на Оджи давать. Ну если ничего там не изменится. Геншин тут. Так, все тут, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место
тварь, блять, лаги ебаные. Контроль раздаем. Трэш 5 секунд. Уже выходим. ДПС по трэшу. Контроль. Убил. Далеко, блядь, сука. Не убейте меня. Уже не убьют. Ранок разошелся. Пусть дает. 3 секунды трэш. По боссу побольше поиграем. Трэш успеем добить. Подбегать к боссу? На пулы? Да, переводим босс. 10 секунд переводите. Подбегай на пулы. Сразу, сразу три моба вышло, все в трэш. Забрал. Все в трэш, на пулы, на ДК. Первые духи появятся. Спускать ее мне или нет? Да, спускать. Первые духи появятся, сразу даже не зыбку. Фанатика заберите, идет на меня. Духи побежали. Хлопок 100 гп нахуй. Вот бежит на меня, я вижу прекрасно. Следующие духи побежали. Гера где? Гера где? А, рарник убьет. Контролим. Контролим. Ой, и контроль обновляем. Полидринг взорвал духа. Резу его дикону. Дайте ему щиток сразу. Духи появились. Кто лёкает там нахуй? Духи зеленые, бежим. Трэш. Трэш помогли всем рейдам быстренько. Агро, смотрите его, мы не свое. Духи Милизона, бежим. Одикон, Реса и Хурюка. Контроль раздали. И обновляем. Хурюка забафать быстренько. Вихри обновляем, сейчас готовим. Духи бежим. Духи бежим. Духи бежим. Сука, съебались от него. Сюда мажем. Массейвы, Шектор, Вивса. Давайте вот последующего, под этого духа Шектора давай. Там, может, на стрелы попадет. Ну, на следующий Вивс дашь. Трэш, помогите. Дальше по КД. Пошли, трэш, помогли. Духи в центре, два духа ушли от них. Вот бегут. Бежим, сука. Молодцы. На полу. Контроль. На сразу. Духи появились, раздаем контроль. Сейчас шелфер до тебя добегу. Так, дал контроль. Ой, блять, в совет дух, сука. Ебашим. Значит, также от КДшится на связи у тебя Т4, да, что духи побежали возле леди. Дух в леди бежит. Бежим, сука. Или зона нахуй. Вот у нас бегаем. Духи бежим. В центре дух бежим, в зеленую лужу бежит дух. Трэш вышел, помогли, дали звездопады. Духи новые появились, бежим под незыбкой. Так, контроль раздаем, сейчас Эльнурё, сейчас, братан. Призана не убей. Бля. Так, Равист, Реса и Рарника, бьем дальше. Духи побежали, возле леди духи быстро ушли оттуда. Равист, Рарника.
Рови Стражника. Где он там? Равис, ты тут? Бежит. На полу в поле дринка давай. Бежим, духи в треугольнике, и с лестницы с треугольника идет. Трэш новый вышел, помогли, РДД свичнулись, покинули доту кто-то. Духи новые, возле леди, съебались от леди быстрее. Контроль раздаем. ВС далеко, братан. Сейчас я бегу к тебе. Мистери за контроль. Даю тебе тогда контроль. Spirits. Все хорошо. Духи побежали. Да. Рарник, нахуй, ты невезучий какой-то, блядь. Шем собрал, вздыхаешь. Spirits. Чё за чума? Ладно, лежи. А, меня убили, меня убил. Лежи. Лежи. Духи, бежим. Все, исчезли. Сейчас новый появится. Появились, бежали от леди. Ушли быстрее. Забили на все. Ну, прям в мелизону идет. Все, играем. Значит, вот эту пачку в звезде от леди отходим, духи. Вот эту пачку последнюю убиваем мобов и бьем просто леди. Контроль даю. Водикон на контроль. Водикон. Даю тебе. Блять, успел. 5 секунд. Не знаю, выживешь, нет, сейчас попробую обновить. Еще секунда там будет. Я обновил. Сейчас Водикон выйдет, захильте Водикона. Все, просто леди играем. Духа не хлопаем, в леди дух. И один в звезде дух. Все, просто 10 лямов играем по леди. И духи бежим. Spirits. Вот духи появились, убежали. Возле леди с двух сторон духи. Все, трэш следующий уже не бьем, просто 7 лямов добиваем. Геру дайте для пафа. Да, давайте, духи снова побежали. С треугольника летят. В звезду летит. Беги. Сейвы. Сейвы, давайте все. Даем контроли. Инстиллеру дал, вихрь. Духи бежим. В звезду бежит. Обновляю еще. Вот хлопнул какой-то петух. Ревист ГЦ. Это ты хлопнул. Все, добиваем. Сейчас духи летят к леди. Смотрите, еще появятся духи. Все, там 400 тысяч. Молодцы. Смотри, под конец видели? Это, да, два штуки сразу. Это был на связи. Молодцы. Ну, что за бич, шмот упал? Так, сори, пацаны, я посох хочу собирать. Я долго этого ждал. Костя, соберешь через 3 месяца, короче, себе шем. Ага. Да, ну конечно, без патча было это жестко. Это без патча было? Да, там просто, тяжелее смотреть. А зелененькие-то их видно, видишь, хорошо. Не, фишка в том, что я его поставил, понял, перед заходом в игру. Какого хуя он слетел, я не знаю. Да дело в том, что вообще без него легко играется. Ты просто на максималку камеру... Не, ну за ДД я не знаю, конечно. Если тебе контролить не надо, то возможно... Я вот это поэтому первого и словил. Просто если за РДД вообще все так отдалил, а не видно, где появляется, и вообще четко. А вот за Миликов вот это не могу сказать. Наверное, там трудно. За Миликов проще всего. Осколок есть? Бегаешь, все. Есть. Ага. Забирай. Так, скажите мне, пожалуйста... А, вот квест, да? Я пойду сейчас возьму квест. Да, я в ДД спекаю. Что за квест? Да на посох. А, ёпки. Так это получается мы с первого трая, да, убили? Да. Плюс 1000. Нет, с 10-го. Сейчас сразу 1000 дам. Ну, за босс, за ребро 300 и за эту 1000. Брогнегексина я вижу первый раз, что-то 260, Аршам и Лем. Рарник прилететь. Циферки. Да, знакомый Брогнегексин. Когда я буду 270-м ретриком, также буду крутить. Возможно и больше. Ёбаные подсолнухи, сука, чтоб вас перекосило, блять. Осуждаю. Это пиздец. Зашел в седые холмы, тут подсолнухи поют. Охуенно, ты чё?
Можно мне на замену? Очень. ДК танк на связи. Пропинговывает. Это да, самое. Замена. Ностальгия есть там? Или как кто-то вместо рависта в рейд? Будешь прыгать, муравьи держать. Давай ностальгию возьмем. Друид все-таки. Ну, друида. А, давай, хорошо. Так, ровист почилит. Ну ты будь типа недалеко, вдруг кто знает, все вдруг почилят. Ну я тебя перекинул там, пока они до корабля идут. Вы на корабле уже? Да. А, ну и бодите шкаф. Сейчас я, блядь, до Ранина добегу. Давай, шкаф. Пока ностальгию там сомните. Ну, походу на арене или где-то еще. Ну что-то писал там 2 минуты. Да, наверное, на арене. Ну, меня сомнил. А вот пришел Саман. Сейчас квест возьму. Корабль есть, что ебанем. Так, легенда. Какой квест-то, блядь? Легенда прошлого? А да, вот он. А что там, дохуя квестов? Ну там цепочка из 10 квестов. Посох, наверное, только на 6-м появятся квесты. Вот он мне дал, как былые времена, это вот кровь и ДС. Mm-hmm. Все, нормально. Главное на кровь взять, чтобы я кровь забрал. Все. Что там ностальгия? Наверное, Лану также с первого раза. Ну, вроде в ледяной короне, вроде, он можно с вону тыкать. Да-да-да, все, я вышел, пацаны, я прям вот у входа. Ой, пока. Хорош. Давай потише. Было больно. А вы его потише сделайте, я его потише. У меня на 80 или на 70 стоит процент. На 10 поставлю. Ну, у него усиление микрофона большое стоит. Да, у него хороший микрофон. Да у кого там микрофон покорил? Так, ранцы берите, засранцы. Вот эти, которые на спину одеваются. Проверка и запускаем. Лёха, ты на нашем? Да, я на нашем. На связи полетит Мурадина танчить. Как вы думаете, на Новый год будут скидки? Ну, типа там... Да, будут, стопудово. Ещё чёрная пятница. Хочешь себе с, как говорится, итем, блядь, как он? Квестовые итемы купить. Ну, я посмотрю. Не помню, как он называется. Ну, а когда будет чёрная пятница? Неизвестно, ну, увидим. Через месяцок, может. А по-любому будут скидки. Я спирит, я не друг, но стежи. Не, я тут масло. Лёха, печать обнови. А с кем ты говоришь? Кто-то в трубе сидит. Мне его слева, справа держать, Мурадина? Или в центре? Так, Мурадина, я тебе еще метку поставлю. Рани, кулак, обнови по себе. Что это там вдалеке? Ты его, в принципе, где хочешь, можешь держать, но если скилла хватит, запрыгнешь на это, на мачту, там такие эти перегородки, где шлюпки стоят. Сейчас тебе покажу. 5, 4, 3, 2, 1. Вот. Линдер и холидринг на нашем корабле. Ага. Бафните пушки. Там кулаки, каски. Видишь, вот где это? Как она называется? Вот видишь, я тебе крестик поставил на связи. А чё Вадикон сдох? Братан, ты чё? Упал. Зачем? Да там кто-то стоял, видимо, на шипе или на... Ну вот эта херня между пушками. Тебя и не видно было, что туда стреляют. Давай, бьем. На связи ты улетел? Где он, кстати? Да-да-да, я уже давно там. Все, идем бить мага быстрее. Да, его сейчас убью. Хильте на связи, вы его видите, хилы? 5 хилов вы в пушках не должны быть. Текстуры хан. Походи где-то, я ж тебе говорю. Я ж тебе поставил метку, он на мачту запрыгни. Бидон как сдох, блять. Вы что, блять? На связи, вот. На леди, блять, я вижу, сдохли. Вижу, я пытался туда запрыгнуть. Ну я... попробуй, корабле, вот видишь, я... вот видишь, я стою, прыгаю. Ты тоже попробуй. Вот и все, и этого пидора там танчи. Там хилы нормально видит. Ну, сколько там, 20 стаков? Ну, 3 мага, наверное, ебанем. Да не, давай, сколько там хп? А, блядь, шотни. 2? Ну давай 2. Бездонно, не так вот. Да, в принципе, там бидона еще нету.
А, вот этого мага убиваем. Сначала мы улетаем, потом ты. Готовимся сейчас улетать. Улетаем на всякий случай. Улетаем назад все. Тут помогаем на нашем корабле. Все, на связи улетаем. Кто не улетел, тот пидор. Кто не улетел, тот вдох. Ну, в смысле, может лагает, может не пидор. Ну, может нормальный пацан. Смотрим на стаки Мурадина. 5, 2 секунды, 1 секунда, все, на связи, лети на мачту, на крестик и вперед дальше пиарить. Вот этих ружейников надо быстрее, что, кстати, они все-таки съедают там. Щитки там, кило убьют. О, нихуя вы разогнались. Так, колдун вышел. Че там, как на связи живет, нормально? Отлично. Т4 еще могу отдать. Мне пока не надо. 20 стаков. Да стой, похуй. Там 2 хпала, блять, хуярят. Кто там, Лингерн еще каплю может дать? Пока не надо. Сейчас походу последний маг и все, вон уже добивают, пацаны. Вот последний маг. Все, это уже добьют. Все, улетаем. Добивайте пушки. Бидон сдох, блин. А, Бидон. Три монеты на удачу. Три монетки? Не, не надо. Бидона Мурадин разъебал, причем 2 раза. Сейчас минутку из рога зайду. Бидон, как дела у тебя? Почему ты под ебалом Мурадина оказался? Или ты потанчить его решил? 2 раза. Помню, когда-то шаманы танчили. Ну вот что за говно, а? Натуре. Так, ну это параша бесполезная, да. Так, хули дринк. Так это что, шляпа на кота, что ли? Кованая плеть. Плетью секира. Не, это эти комбаты, да, по-моему, берут. Вот шея, надо кому-то скорость, меткость. Бичи какие-то, может, есть? Которые собирают РДД спек. Так, ну получается еще ностальгия, Геншин и третий кто? Вот же, у всех офф спеки. Че, ПГП вам, по ПГП вам дать? Или паролите, как хотите? Ну, конечно, по АГП. По ГП. Ну, по ГП ностальгия выше. По роллу? Ну, кидайте ролл тогда. Кидайте ролл. 40 ГП отдам. Кто выиграет? Он Геншин. История. Ставьте шкаф, сумните их историю. Вот кованая плетью секира. Может, какой-то рога есть. Комбат. Будущий. И кто там еще носит эту хуйню? Не надо, да? Так. Шел бы рога, взял бы. Так, осколочек. Сколько у тебя там уже? 45? 32. Откуда 45-то? Так. Ты хотел быть следующим? Блин, нашел эфира. А вот выиграл.
Ответ гейммастера, то, что на ребре нету механики парикаста. Так, блядь, потому что Войд, нахуй, это Войд, блядь. Вы слушаете Войда, а не всякие сказки там, нахуй. А то, блядь, у вас там парихаст, наверное, еще, блядь, когда первоуровневые мобы в локации создаешь персик, а сейчас еще там, наверное, есть парихаст, блядь, у вас. Так что, блядь, был бы парихаст, мы бы об этом стопудово знали. Рыбы ставлю. Чек на пул. Бафы проверяйте, класски пейте. Блять, кто на Войда напулит, блять? Есть такие? Так. Ну, если попросишь. Не ты, мне надо рога, чтобы напуливал. Давакин, нахуй я сдохну, так? А топор? Сам попросил. Давакин, напуливай на него. Чё дать? Топор для уебилда мне. А я кому отдал? Ну хули дринку, ну он у него возьми. А я бил, это что, в комбате или в мутике? Там этот как гибрид. А. Ну короче, это что-то за гранью обычных спеков, да? Ну да. Че здесь как танчик? Нахуй это полный. Первый начинаешь, да, руна крови повешивается. Бля, есть или... масло. Масло, сука, открываем, ищем, блядь. Один заряд пэса. Давай быстрее, 30 секунд. Блять, ёбаный в рот, я где ты? У шкафа, у Нарнии. Сука. Даю, ёбаный в рот. Паника нахуй в гере. Ебать. Маш. Вот сейчас подмажу. Сука. Быстрее нахуй, двумя руками. Короче, Эльнурио дает 23, ПС 22. Блять, если ПС-очка там прилетит хоть, блядь, будет заебись. Ну похуй. Правлю на Давакину, надо сказать. Припотики готовим, блядь. 3, 2, 1. Да в рот ебала эту задержку, тварь, сука. Веселитесь, услуги мои. Это не забрать мне у него. Кого не забрать? Да это баг. Забирай.
Бать, босс долгий, да? Просто на последнем звездопаде вытащил, блядь. Денстиллера еле обогнал, нахуй. 19 тысяч, 19 100, блядь. У Вадикона 19 500. Ну я ебу. Вадикон, у тебя сколько FPS? Сейчас я, нахуй, попробую отключить этот, нахуй. И Дерсию, это МСБТ, блядь. Ну-ка. А ты что, цифры урона не отключал, что ли? Нет. Блять, опять не та печенька. Блять, так отключай. Кстати, полезная хуйня. Если бы отключил цифры урона, не видишь циферок, блять, внимания на них не обращаешь. А я на них и не обращаю. Ну, эту коротацию. Вот именно, FPS. Можно лингерну знак освещенного завоевателя? Да, можно. Апну себе. Кому там трейд для топора кинуть? Хольдеринг. Спасибо. Защитник. Кто там первый? Биг Дэм, ты мечтал, да? Да. А нихуя, там призен выше. Обомал потом. Замираешь призен? Да как, блять, выше-то? Ты чё? Теперь ниже. Да пиздец, блять. 200 ЭП тебе дать. ГП ему дайте мне. Так, что там по мечу? ТП-шки. Так, осколок тоже вижу. Что там, меч занидил туда вообще? Нет. Могу на, за комбат, на комбат взять бесплатно. Я на транс возьму. Так, а что-то этот самый, блядь, я не могу отключить нахуй эти галочки. А чё они не тыкаются, сука, или я тупой, блядь? Что за галочки? Ну, в МСБТ, блядь, входящий, исходящий. Что за хуйня? Сейчас я его выключу. Залуп какая-то, блядь. Что там общий тест? Я отойду, позвоните. А, да. 5 минут буквально. Меньше даже. 375 общий. Ностальгия 14. Некромантика 15700. Холидрюк 17600. Не, ну 20-ок дохуя, 10-20-ок просто. Дальше 11-12 весовые идут. Пиздец, просто токеном, блядь, перед ебалом помахали, блядь, и забрали. Я уже думаю, все, блядь, 15 ФБ, сейчас, блядь, я уже нахуй все, я уже апнул, блядь, в мыслях, блядь, надо. А сегодня смотри, может, лану ебанем? Ну, ебаный покос.